Сын новоиспеченного главного тренера «Динамо» Дмитрия Квартального Никита развил активную деятельность в Минске. В прошлом хоккеист, а ныне агент, пытается влиять на селекцию и комплектование «Динамовцев», прикрываясь отцом. По информации СМИ, именно Квартальнов-младший выходил на вратаря ЦСКА Рейде Борна с предложением о переходе в «Динамо», хотя таких полномочий у Никиты нет. По всей видимости, он хотел стать агентом Рейде Борна, а затем и других хоккеистов, желающих выступать в минском «Динамо». При этом у шведа есть действующий агент, и Рейде Борн отказался от предложения Квартального. Аналогичный финт был проделан со Спунером. В итоге в специальную комиссию, курирующую работу агентов, уже подана жалоба на Никиту Квартального с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы. Такие слухи весьма негативно сказываются на репутации минского «Динамо».